Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и я очень замерзла. О, сегодня я иду в гости к свекрам, где Пепина мама будет готовить кровяную колбасу Хан. Я готовить не буду, но я вам все покажу и расскажу. Не пугайтесь, это сырые потроха якутской лошадки, а вернее жеребенка. Не буду долго расписывать уникальные свойства жеребятины, просто стоит запомнить. Да, это конина, мясо лошади. Но здесь очень важно, какой именно породы. В Якутии мы едим только местную, якутскую жеребятину на травяном выпасе. О, особые деликатесы получаются из потрохов. Ну, конечно, только в умелых руках якутских хозяек. Сначала потроха тщательно моют в нескольких водах, а затем делят на виды блюд. Их несколько. Самые популярные – это жирная харта и герой видео – хан. Сегодня я подробно покажу, как свежая кровь и кишечник жеребенка превращаются в кровяную колбасу хан. Это постоять дают, и потом все сгусток, который осадок внизу остается, черноту убирают, и светлую часть с молоком, и вот кровяную колбасу делают. Ага, это светлая хан, да? А, светлый хан. А красный? Красный это говяжий. Ага. Так, иди сюда. Так, Матрёна Егоровна с тётей Тоней готовят очень-очень традиционное блюдо. Наш деликатес якутский. Это деревенское молоко, да? Деревенское молоко. Натуральное молоко. Хватит вот. Добавляем соль. Угу. Хорошенько тщательно кишечник, и потом еще их определяем вот с этой стороны, вот мы его закрываем пальчиком, а с этой стороны мы его поддуваем, чтобы проверить, чтобы они без дырки. Угу. Чтобы этот не стекло. Вот потом мы ее вот протыкаем спажкой одну сторону, вот так, чтобы она не сползла с рук. Вот. Ага. И держим вот сюда. Заливаем. Кровь. Вот она. Все. Так, ага. И с пашкой вот так, ну вот сюда, вот сюда, вот так, ага. И потом вот еще воздух этот пропускай. Держи, Фаня. Угу. Я буду потом веревочкой завязываю. А какой обычной ниткой, да? Обычной вот. Четыре слоя нитка. Концами. Ага. Вот и спашку убираем. И вот готова кровяная колбаса. Угу. Вот такая. Ага. Жеребячую вот мы помыли хорошенько. Тут почки. Сердце, селезенка и еще печень. Нет, печени нету. Печень отдельно. Легкая. Ага,
легкая. Вот их мелко режем, режем, и вот на такие по пакетикам ложим. И это очень хороший набор получается. А его жарить, да? И жарить, и суп можно даже делать. А потом вот этот все моем вот потроха. Смотри, вот все помыли. Вот это чистое. Чистые вот эти. Ага, их режем. Это харта называется. Это толстый кишечник, да? Это толстый, который внутри там все. Вот сало. Ага. Вкуснятина самая. Харта. Будут мучить. А там же паразиты. Это все моем. Мы выворачиваем все кишечники, все такое. И в царе постоянно бывает, как называется это по-русски? Бычахай. Железо такое вот, ага, для пищеварения. Но это все убираем и чистую вот оставляем и готовим. Ага. Ничего там, никаких паразитов, никаких этих нету. Все чисто. Тем более все варится. С паразитами это жирное, хорошее. С паразитами бывает это жирное, хорошее потроха. А которые нежирные, они без этих паразитов бывают. Это паразиты. Паразиты все выкидываем, мы хорошие оставляем. Ага. То есть все равно все вываривается и дезинфицируется. Деликатес. Потом сварим и покажет Вика тоже. Да, я покушаю. Всем привет! Мы сейчас будем варить хан. Он уже разморозился. Он должен разморозиться полностью. Это важно, иначе кристаллы льда изнутри разорвут оболочку. Вода кипит. Я чуть-чуть убавлю огонь и посолю. Я возьму ручками. Я боюсь, потому что она порвется. Так. Моя прекрасная сосисочка. Вылинаю колбаску. Уп. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот. Вот она красотка. Так. Опа. Да, очень важно, чтобы она не прилипла. Иначе у нас опять-таки прорвется оболочка. Смотрите, как она прям расширяется, надувается от горячей воды. Долго варить ее не нужно. Примерно 15 минут. Это всегда зависит от размера колбасы. Вот. Потому что очень нежная оболочка. Она быстро варится. Ну и сама кровь, соответственно. Логично, что ее долго не нужно варить. Смотрите, как она огромная прям. Сейчас покажу. Она прям увеличилась раза в два. Сейчас я буду на этом столе резать хан. Резать его нужно на тарелке, без доски. Иначе содержимое все размажется тонким слоем по доске, нам это не нужно. Кровяная колбаса остыла естественным образом, и я ее вытаскиваю. Сейчас скажу, почему нельзя сразу горячую, прям с пылу жару резать, потому что все может разлететься. Кровь она такая. Опа! Я ее могу даже трогать, она такая тепленькая. Та-дам-та-дам. Брызнет, не брызнет? Нет, идеально. Режем мы на тарелке, чтобы сразу же укладывать и подавать на стол в теплом виде. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь.
Я буду радовать вас новыми видео. Ловите на слове. Пока-пока. Вкусно. Давай. Сейчас еще дам. Еще хам говорит. Ага.